На самом деле это все хуйня, никому это не интересно. Всем интересно, по что вложил Саша из Алмаза, как бы, вот как на Русбейсе пишут, как бы. Им там не интересно, какие, блядь, технологии сейчас используются там. Им не интересно, блядь, какой у нас фреймворк, на Руби мы пишем, блядь, или на C++. Им похуй, .NET фреймворк. Там, блядь, им насрать, понимаешь? Им насрать, какой у нас стак на фронтенде, блядь, там на чем мы и где. Понимаешь, им похуй. Им похуй, у тебя single-page application, или, блядь, у тебя просто HTML там, блядь, вставлен, долбится, понимаешь, там сеошник придет, скажет, ебануться, это же single page, да им похуй, им интересно, вот, сидеть, говорить, парни, пацаны, вот там 500 мультов вложили в стартап, блядь, единорог, там через 7 лет, блядь, миллиард, а потом оказывается, что это, блядь, проект про рыбалку, блядь. Парни! Из-за трупов моих врагов. Без подключения к интернету. О, мы. Бэк, не шути со мной, сука. Ну, честно говоря, сами мы вряд ли что-нибудь интересное намучим. Ваня Анисимов, блин. Алло, здравствуйте, приехали? Да, сейчас спускаемся, спасибо. Короче, мы едем в Москву, и мы будем, короче, делать диджитал. Мы теперь фэшн, я это буду постоянно повторять, мы фэшн, мы теперь будем делать диджитал фэшн, как бы очень много приключений нас ждет на нашем пути. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, и вы тоже почувствуете вкус этих приключений. Приключения диджитала, диджитал приключения. С нами OZ Interactive, и с нами приключения. Мы сели в Uber и сейчас едем на московский вокзал. Всего через несколько часов мы уже будем в Москве и будем жечь там. Digital, берегись! Хайп. Ненавижу этот мир, в нем не хватает цифры. Я чувствую боль, я чувствую теряющие кусочки пузырьков углекислоты. Курят там свои эти сигареты, а потом вспыхают в церкви, горят приюты, детские дома, как бы больницы. Ох уж эти курильщики. Сейчас мы находимся в Москве, на улице Минской, в гостях у Кати. Ой, блядь, я устал. Йоу. Привет. Здравствуй, я Катя. Слушайте, надо почему-то брать, потому что не успела. Я сейчас Мы едем на Бронную улицу, в офис Beautify. Там мы будем делать диджитал. Там мы будем Beautify. Да, и Fashion, да. Fashion is my profession. Почему Instagram купил Facebook? Потому что ему там аудитория нужна была, потому что ему нужны данные. Пользователи, которые загружают, там же геолокация, фотографии. Представляешь, сколько это какой-то объем данных, это там весь мир просто охвачен. И у нас такая же схема, у нас люди сидят, играют как бы в эту игру. И при подборе одежды в Beautify мы будем не только его цветотип использовать, или там теги, которые он указал, но и те данные, которые мы получили в кви***. Вот сейчас я ем шейку сыровяленую, как бы, с батоном, как бы. Это такой у нас аперитивчик, как бы, стартер назовем это, как бы. Ну, собственно, по плану мы будем готовить пасту из макарон, помидор, сала и томатной пасты. Было очень вкусно. Вот, можете смотреть, у нас тут топится сало. Кварчит. А, здесь вот кипит вода. Мы не уёбываемся, взяли барилла, пены поменьше, вот уменьшенная версия, очень быстро готовится. Потом мы все это вместе обжарим, добавим базилика, и у нас будет отличный ужин, как бы.
стайеров, это типа, блядь, долгосрочных всяких инвесторов, что ли? Да какие, когда они в России были, блядь? Разве что только когда Петр Первый, дворяне там ходят, золото носят друг другу, бороды бреют, там приезжают французы, там же мы парлем в холсе, вот это вся хуйня. Венчурные инвесторы, а есть венчурные приватизаторы. Вот, венчурные приватизаторы в 90-х сколотили себе деньги, как бы. Там было очень много венчурных приватизаций. Каждый год новые сделки заключались, как бы. Заводы приватизировались, с них сливались деньги, как бы. Очень все продавалось, отлично было время. Много кто заработал. Мы еще как бы не отъехали от дома, пацаны, у нас уже 635 рублей, как бы, такси. Вот Денис идет. Ну, я присвел денег. Ко мне пришла информация ровно в том порядке, в котором должна прийти информация, чтобы правильно понять информацию, то есть череду событий, истории, которые происходили с нами в этом информационном поле. Что это? Что это? Йо-йо-йо. Кто-то прислал цветы, непонятно кто. Скорее всего, это чувак из Гарварда.